Кстати, там была карта, видел? Вот нарисована. Да, это да. Типа карта местности. Вот где находится самый. Там какие-то цели есть. О! Хватит. А вдруг вы застынете в этой позе? Кажется, сборочный аппарат неисправен. Что ж, проведем тест и посмотрим, что получится. Ой, я так не понял. О, тест, камера номер 2, номер 3. А, нам надо пройти теперь. А чё, можно за один вечер, что ли, получается, ты, ну, совместную игру пройти? Не, ну мы прошли только первый тест. А там сколько их вообще? А, по-моему, 5. Перейдите в камеру... Не, не пойдем мы туда. Ну, это вторая, типа. Второе испытание. Вторая серия? Ну, типа того. Ну, я, кстати говоря, вот так, наверное, буду разделять как раз материал. Давай. Эта зона была создана, чтобы повышать в людях уверенность в себе. Поэтому испытания представляли собой их 5-минутную прогулку, за которой следовало 10 минут восхвалений, как хорошо они справились. Тебе надо разогнаться. К счастью, не люди. Я подкорректировала тесты, сделав их более сложными и менее силовыми. Нужно сделать вот так. И вниз сделай. Я. Так. Так. Ага. Тут шарик должен упасть в теории. Поднимись туда наверх. На платформу. И подожди. И надо разогнаться. Давай, прыгай. Куда? О. А, все. А, здесь еще один, что ли? Да ладно. Да. Ладно. Подожди, тогда как-то тебе нужно с другой стороны сигануть. Я разберусь, короче, как-нибудь сейчас. Давай. Вот, пожалуйста. А, чё отбираешь? Вы прекрасно справились, разместив скругленный куб безопасности в гнезде. Должно быть, вы очень... Эй, погодите, да вы же не люди. Можно не льстить вам. Не поверите, как это утомляет. Превозносить кого-то лишь за то, что он поместил скругленный куб безопасности в специальное гнездо для куба безопасности. Да уж. Капец. Угу. Ну, ее слушать, конечно, офигенно. Она там такие перлы ждет. Электрошок, пули, о. Кислота, пресс, утопление. Ой, извините. Я думала о способах, как могут умереть люди. Вы не можете умереть ни одним из них. Вы будете проходить тесты снова и снова. С идеальными результатами и без последствий. Ага. Ой-ё! Ну, я примерно понял, что нужно сделать, но это капец, какая дичь. Короче, один из нас сейчас будет разгоняться постоянно за счет порталов другого. И надо поставить как-то, да? Как-то быстро. И, да, и тебе успеть надо. Че, кто прыгает? Да. Сейчас, подожди. Ну я экспериментатор, как обычно. Только подожди, а как сделать так? Я что пройду, если кто-то из нас через портал, они пропадут же, да? Да. Давай, прыгай.
Оранжевый, да, поставь только, чтоб себе, чтоб вылететь я. Ой. Оранжевый, чувак. Поставь, да, вот здесь вот. И теперь тебе там надо будет сделать оранжевый. Ага. Да, вот. Давай. Давай. Издышь какая-то. Да, чтоб тебе. Давай. Другой попробую. Не, подожди. А, да, точно, красный же надо. Да, 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 наоборот теперь. Йоу! Так, ладно, подожди. А, теперь мне что ли надо? Да, теперь ты туда заходи. Так, мне тебе нужно будет голубой, да? Я не знаю. Так, подожди, подожди, тут это... Нифига ты крутишься. Бенч! По-моему, ударился башкой. Прекрасно. Надо отметить, что я создала этот тест только для того, чтобы испытуемые терпели неудачи. А вы справились. Должно быть, вы очень горды собой. Я приготовлю какую-нибудь маленькую награду. Вон у меня, кстати, это... Пионическая шапочка есть. Да, я тут в меню покопался немного. Так, таймер у меня вышел. Сейчас надо будет остановить запись, проверить материал. Ну, сейчас загрузимся. Давай. Да. А давай же загрузим. Чтобы обрести уверенность в себе, вначале признайте свою неполноценность. Оранжевый, запиши все, в чем ты чувствуешь себя недостойным или неполноценным. С другой стороны, у нас нет на это времени. Просто посмотри, насколько ты лучше синего. Синий, ты отлично подходишь в качестве примера. Че? Потому что я жирный. Так, давай вот этот... вот эту, сектор, да, пройдем? Да, сектор пройдем, а там мы дальше посмотрим. Все, продолжаем. Так, шарик, да? Я чувствую, надо поставить здесь портал, да, молодец. А, опять разгоняться. Подожди. А, ну то же самое, давай. Кто-то из нас, давай, я пошел, буду это стягать. А вон портал. Нифига, а как... А, подожди. Подожди. Да вот, я здесь, давай, я сейчас разгонюсь. Ага. Так, мне, красный... Ты сначала мне сделай, да, красный-оранжевый. Тебе нужно будет красный там сделать, в теории. Нифига, ты даже этот... Ну, как будто повреждение было. Какое-то. Да, я, по-моему, да... А теперь подожди, ты должен вот встать на платформу, на вот эту. Да. Ты что, специально, что ли? Вообще наука, если нет вероятности смерти. Ну капец. Да ладно. Ай, блин, давай, красный и оранжевый. Ты должен включить оранжевый, если что. Бенч. Так, только не вставай с платформы. Ага, подожди. Подожди. А как? Реально. Наверное, подашь мне сюда. Да встань просто вверх. Давай, бери. А что с ним делать теперь? А, я понял. На платформу. Говорили, сильно. Что в ходе этого теста никто не умрет. Спасибо за доказательство обратного. Ну, мы же роботы, мы не умираем. Там в конце такая дичь начнется. Вообще. Я концовку видел, на самом деле. Там их, кстати, несколько говорят. Чё-то не кажется.
птичками есть, и с людьми. Помните, я говорила вам, что вы единственные испытуемые, прошедшие калибровочный тест? Я солгала. С вами соперничают еще 5000 других команд. Но не волнуйтесь, вы лидируете. Ну, это только что проспойлерил, однако. Да, кстати. Так, друг, ну... Иди сюда. Подожди. Иди сюда. Чё? Ну ты понимаешь, что теперь надо тебе. Давай. Тык-тык. Так, подожди, я не попал, давай. Не то. А. Тебе нужно это... Не-не-не, давай. Ну что? Так, тебе нужен оранжевый. Во-во-во-во-во! Я вроде все нажал. Там второе, да, второе. Я обе нажал. Ты уверен? Да, ну мне вылетело и там, и там. Ну давай, еще раз, давай. Так, 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 нажимаю. Где? Нажал первый. Нажал вот второй. Вот и все. Ого! Проверка жонглирования через 3, 2, 1. А, я понял, что нам надо было делать. Подожди, подожди, у меня есть идея. Или он сгорит. Да. Ай, жаль. Да, давай вот здесь поставь. Окей, короче. Я думал, хоть какую-то ачивку бы дала. А что тут да дальше? Ты смотрел вообще? Да ничего интересного. Ну, мало ли, может. Кстати, а что если мы платформами поменяемся? Нифига. Блин, тут бы хотя бы какой-нибудь это, на тага Рахмана какого-нибудь отсылку сделали. На что отсылку? Ну да, Гратман, это который скрывался. А. Так, у меня как будто немного подлагивает начало. Вы заметили, что я не осталась до конца последнего испытания. Я была уверена, что вы пройдете. И знаете, где я была? Я была снаружи и смотрела, как резвятся олени. Здрасте. Вам ведь нет дела до того, что снаружи. Прыгай. Сейчас набахнут и раздавят, а? Нет. Так, ну тут опять прыжки... А, я понял. Подожди. Да, я тоже понял, но какая-то фигня, подожди. Ай, что? Ты не долетел. Так, красный. Да, ёшкин ты кот. Спасибо. Красный, да? Или оранжевый? Да нет. Нет, тут... сейчас. Смотри тут, что надо делать. Ты сейчас сдохнешь, слышь, подожди. Стой там, стой там, стой там, стой там. Теперь смотри, у тебя есть здесь, и обойди вот с той стороны, вот там, где ты стоишь, да-да-да. И посмотри на эту платформу с другой стороны. А, вот. Я понял. Да. Теперь подожди, сейчас я сигану. Так, теперь... Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Нам надо как-то рассчитать, чтобы мы одновременно летели туда. А, тю, я идиот. А, блин, я идиот вдвойне. Ай, заново давай. Подожди, я же должен запрыгнуть, наверное, да? Нет, смотри, сейчас все будет. Сейчас мы все сделаем. Свои порталы оставь. Так, мне нужно синий, мне нужно тебе голубой. Синий тебе, я понял, поставим.
Так, мне нужно тебе поставить тень. Прыгай на платформу. Реально годно. Так, теперь подожди. А, ты зря это сделал. Упс. Спускайся обратно. Так. Вот это ты тоже зря это сделал. Ой. Дурак. Так. Обратно пройди. Да, я понял. Сейчас мы все сделаем. Так, тебе туда обратно нельзя. У тебя пропадут и два портала. И мне нельзя, потому что у меня пропадут эти порталы. Типа, да? Да. А, подожди, все же вот. Прыгай. Дальше. А дальше ты можешь. А, я в курсе. Этот, иди назад. Сделай как я, ну, как мы в начале. И давай сюда. Наверное, так будет работать. Нет, это не так будет работать. Желтый должен быть с этой стороны. Да, ёбан. Ух. Да, чуть было не было, не сказал. Ты знаешь, давай. Давай, иди обратно, ставь свои. Да, я понял. Сейчас все будет. Сейчас мы сообразим. Над. Так, а теперь ты в теории можешь... Синий. Ставь синий. Нет, голубой. А, голубой, да. А, ох! Вот это было больно. Так, дальше. А вот теперь мне как-то надо попасть... А, да все четко сейчас будет. Видал? Да. Ничего толком не надо было менять. Да, в принципе, да. Просто так оставить. Ай. Ничего тебя вынес. А ты что, сломался, что ли? Нет. А ты где? А, тю, капец. А как ты туда попал? Да легко там. А, подожди. Мысли, ты как попал туда? Подожди. А, все, я понял, давай. Ага. Это ты сделал? Портал, да. А, он сгорит же сейчас. Слушай, он сгенерировался. Здесь и мой, и твой сразу одновременно, понял? Ага. Так, а куда нам надо? Уйди. Уйти? Вот и все. А что там? Где там? А, подожди, нам туда надо. Да, нам туда надо. Нам надо из твоей дырки это сделать в теории. А, подожди. А, зря это. А, хотя все равно. Короче, ставь вон туда портал. Или нет? Поставил. Как этот? Где батут этот? Наверх поставь. И все, ты сразу вылетишь. Так. Ага, а как ты? Ну, я так же. Наверное. А, точно. Портал. Ё-моё.
А, стой, 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 братан. Заходи. Куда? Заходи в мой, да, вот, в голубой. О. Знаете, кто пляшет, как имбецилы, когда сделают что-нибудь ничтожное? Люди. Сейчас вы так на них похожи. Вы должны быть выше этого. Мы имбецилы. Сейчас Бородян сказал, ой, слабо. Так. Не, нормально, прям очень прикольно. Знаешь, очень прикольно. Что, давай сразу... Не уверены в себе, помните, что никто не был создан совершенным. Даже у меня был изъян. Слишком большое сочувствие к человеческим страданиям. Но я преодолела это ограничение. На самом деле. Что ты хотел? Давай, ну да, как я говорил, вот эту секцию пройдем. Да, сектор закончим и... Ай! Стой, я понял, что нужно сделать. Подожди, я сейчас тут выйду. А, я понял. Ой. Так, и красные надо, да? Да чтоб тебе. Ты не долетел или не то поставил? Да блин. И красный. Да что, он не попадает никак. Ау, больно. Я что-то не могу понять, где кнопка для открытия вот этой фигни. Ну, чтобы кнопка понял, нам упал вот этот вот шарик или куб, что там должно упасть. Я ее не могу найти, кнопку. Я тоже. А, вон они, видимо. Или мы оттуда пришли? А, мы оттуда пришли же. Работай, башка. Ну, кажется, нам просто надо запрыгнуть туда. Не, подожди, вот видишь, у нас... А, вон она! Вон она, вон она. Ну, говорю же, нам надо запрыгнуть. Только подожди, каким образом? У меня есть идея. Мне не нравится, как это звучит. Так, надо... Ага, подожди. А, стой. Ты вылетишь оттуда? И ты сюда должен порталы поставить. Да, блин, все, давай, я понял. Возвращайся к себе обратно. Сейчас, надо подняться мне сначала. Да вот, красный портал, оранжевый, вон туда иди. Все четко. Я поставил синий и голубой. Сейчас, смотрите, там весело. И где он? А. О, все, сейчас все нормально, он к тебе прилетит. Он не прилетит к тебе. Да. Давай, ставь. Давай, ставь порталы. Ты куда ты спрыгнул? Да ты не понял. А, блин, да, можно ж это было. Ладно, да, давай сейчас. Оп. Да все, ты уже вынес его. Да давай, включай снова, но новый упадет. Да нажми еще раз. Я забываю, что там платформа, понял, ну. Угу. Вот и все. Кидай мне его. Теперь тебе надо прыгнуть. Там есть у тебя... Вылезти где?
Иди обратно. Но... Да, иди обратно, и ты поставишь теперь свои там. Сначала нет, да, зайди туда на... Не! Чувак, да. А, я понял, все. Чувак, да, чувак, поставь просто свои, вот как я ставил, да, и все. И я тут сейчас это разберусь. Единственное. Туда запрыгнуть, да? Да, туда сначала надо. Так, а теперь где мне нужно поставить синий? С правой стороны, справа там. А, и все, да? Да, да, все, я поехал. Ебой! Ебой! Блин, это офигенно. Ну давай, Гладос, шутку дня, давай, бахай. Ох, ёпта. Да. Ага. Личная работа. Спасибо. Прыгай, прыгай туда, прыгай, 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 прыгай. Кстати, он этот, в компании же там. Рано. Там. Хорошая работа. Ты зря сюда пошел, ну ладно. Ауч. Нас. А, все четко. Да. Ага, вы отлично понял. Справляетесь. Нифига себе. Я нажимаю. Лови, лови, лови. Отлично. Давай, давай, нажимаю. Лови. Да. Не получается. Да ты, блин, не вовремя. Скажешь, когда. Давай. Не, я опоздал. Давай. Эй, нет. Еще, давай, давай, давай. Есть. Ты где подожди, портал? Где портал? А теперь нет, теперь ты спокойно опрыгивай с ней туда и все, и я. И все. Поздравляю с завершением последнего испытания. Извините. Но что-то меня смущает. Если что в ходе теста смущает? Нет угрозы жизни, разве это вообще наука? Вот вся суть ученых, да? Если нет угрозы жизни. Да. Капец. Тесты показывают, да, что вы что слишком медленны. Вы правда приобретаете человеческие эмоции. Вам нужно вдохновение. Вдруг это поможет. Синий, ты самая совершенная модель, снятая с производства. Что-то я... Не, смотри. Нет, мне нужно сюда. И, например, сюда. Ага. Да, только нам одновременно надо это делать, поэтому поставь, вот тебе вот туда нужно красный поставить. Так. Так, скажешь когда? Отлично. О, я уже предчувствую, тут очень весело нам будет. Я бы не рискнул туда идти. Я бы не рискнул туда идти. Так. Я просто коснулся. А это что? А, удерживать надо, серьезно? Чувак, опусти, иди сюда. А, да ладно, меня опять сюда выкинуло? А, подожди. Это ты здесь.
Мне на платформе стать надо. Давай, иди туда. Ну, подожди, сейчас пройдет эта фигня. Только порталы, да, поставь. Да нет, нет, нет. А, или да. Только вопрос, зачем это мне? Чувак, ты что-то... А! Это фигня да. Мешает. А как ты в прошлый раз сделал? Просто встал на месте, удерживал. Ну так ты подними его. Там, стой, подними его. Сейчас, пусть... Капец. Давай быстрее. Слез. Слезай. Быстрее. Я выключил. Все, иди сюда. Фу. Иди сюда, иди сюда. Все, я выключил ее. Ты что, мне жопу решил там подпалить, ты? Так неси его сюда. А. Да, наверное, нести сюда надо, скорее всего. Хотя фиг его. На время. А, давай. Куб туда кинь. Блин, прямо перед лицом. А как нам сделать? Все, отлично. После такого результата вы заслужили передышку от официальной программы испытаний. О, господи. Так, это в теории последнее испытание этого сектора. Это ж мы еще понял. Есть же еще эти карты сообщества. Там, наверное, вообще дичь дичайшая. Для завершения этого испытания так. Вы должны найти чертежи. Не беспокойтесь, они никому не нужны. Абсолютно скучные и бесполезные. Это тест на мышление, цель которого — выяснить, сколько времени вы потратите на размышления об этих никчемных документах. Правильное время — 0 секунд. Так, нам нужны кубы. Да, ты прав, нам нужны кубы. Ты должен вылететь в теории за ним. Вот на эту кнопку надо нажать каким-то образом. А потом еще раз прыгнуть в тот портал, понял? И поймать. Господи. Не, ты прыгнуть должен. А теперь ты должен отойди. Еще раз прыгнуть, только с другой стороны. С другой стороны? Не, красный! Да! Ай. Да, 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 да. Просто красный поставить на вот на 0.2. На 0.2 поставь, да. Красный. Да. А ну ты опоздал, да? Я вообще куда-то в другое место улетел. О, слушай, это гель. Это какая-то труба для геля. А, я застрял. Да прыгни вниз, господи. А как? Я даже спрыгнуть не могу. А, вот, подожди.
Это нормально. Так, я понял, что нужно делать, я сейчас все сделаю. А, понял все. Блин, ну я опоздал немножко. Короче, я прыгну, а ты лови его. Подожди, подожди, подожди. Иди обратно. Да зачем по лестнице? Я жирный, мне нужно спортом заниматься. Так, подожди, как мы сейчас делаем? Ты На второй. Прыгаешь на кнопку, да, на второй. А я на вторую ставлю, да, плот? Прыгай! Опоздал. Блин, ну буквально на чуть-чуть. Тю. Подожди, подожди! Да, давай, тыкай там свое. Прыгай! Ну, ну, где? Блять, рано слишком сианул. Давай. Ой, не то. Да, ты что-то как-то это. Не, рано ты прыгнул. Блин, ну да, я рановато сиганул. Ну давай. Мне кажется, когда пикать начнет, да? Блин. Я упал. Да, когда он пикать начнет, тогда нужно снять. Все, я понял. Ты как его достал? Ну, ты прыгнул, а я за тобой потом раз. А, его держать надо. Подожди, а что нам это дает? Ага. Я понял, держи. Долго ты чё? Ага. Тихо. Блин, а как ты? А, мне нужно, чтобы я туда попал. Да, и причем как-то... Я, подожди, я выйду обратно, посмотрю, что там. Ну, вот сюда по-любому нужно как-то принести куб. Я тебе скажу так. Значит, ты должен портал открыть. Я понимаю, но здесь поле этой фигни. Просто тут стекло, я через него... А, слышишь? Открой вот красный портал, вот там, где написано 01 сзади тебя. Там и так вот. Раз стоит. А. Нет, вот. Вот. И теперь на. И теперь лазером Нет. Чувак, лазером теперь открой желтый и попробуй надави, чтоб стекло вот это. Лазером открой желтый? Че? Не, смотри, желтый вот открой, вот на пустом месте, чтобы лазером туда светить. Нет, смотри, вот тут открой. Вот тут открой желтый. Вот тут желтый, а вот там красный. Ай-яй-яй. Да, теперь вот. Как-то направляй. А, вот, все, вот так и держи. Вот так и держи. Ага, немножко правее. А, заходи сюда. А, или ты не можешь, да?
Нет, ты не можешь. Блин, а как это сделать-то? А куда лазер пропал? Он исчез просто. Странно. А, слушай, вентилятор пропал. Не пропал, он остановился просто. А, сигай, открывай вот тут вот портал и вниз. Да, и вниз, и прыгай. Ауч. Красавчик. Пойдем нажмем. По твоей команде, давай. Так, сейчас. Здесь, по-моему, снова диск надо будет искать. Да, вот, ставьте диск. А, вот он. Бери диск, вон. И вставляй его. Очень хорошо. Вы нашли эти бесполезные чертежи. Чтобы я могла видеть их, вы должны находиться в комнате. Но говорю вам прямо, вам не нужно на них смотреть. Готово. Наверное. Полагаю. Что-то она не договорила. Ну да. Это помнишь, как с первой частью было? Ну, постоянно обрывались эти слова. Что-то я не помню уже. Ну вот самую ее первую включить. Она постоянно что-то говорит, у нее обрываются слова. Ну, многие фанаты это рассчитали, что типа, ну это же искусственный интеллект, он глючит, ну как вот робот. О, пройди все тесты из серии. Ебой! Не знаю, что вы делаете, но мне это не нравится. Прекратите. Наверное, не стоит отпускать вас за пределы официальной зоны тестирования. Вы начинаете приобретать плохие человеческие черты. Поверьте мне, у людей только одна хорошая черта. Так, вон третья, да? Ну, давай, наверное, продолжим уже в следующий раз. Да, давай продолжим в следующий раз. Что ж, с вами был Танкер Кинини Автосейв. Да, ждите следующей части. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, оставляйте отзывы в комментариях. Также не забывайте делиться с этим видео с друзьями. А еще вы можете подписаться на мои социальные сети в описании к видео. Ну и не забывайте, конечно, подписываться на канал Андрея. Все, всех целую, всех обнимаю, всем до встречи, всем удачи, берегите свое здоровье. И помните, один путь, одна цель.